Друзья, с вами сегодня находимся на жилом комплексе на Фабрициуса. Всем привет, друзья, с вами Павел Морозов. С клиентами работаем, выбрали квартиру себе за 1,5 миллиона, сейчас ее вам покажем. Об этом комплексе можно говорить долго. Более подробную информацию сейчас по ссылке можете посмотреть на моем полном обзоре уже, да? Я хотел вам просто показать, что активно ведутся работы. Здесь опалубка монтируется второго этажа в корпусе, где будет как раз магнит расположен, да? И вот так выглядят сами домики вблизи. Конечно, они гораздо интереснее выглядят, чем на фотографиях. Очень богато, очень красиво. Именно в этом корпусе мы присмотрели с нашим клиентом Екатериной. Кстати, Екатерина, она здесь тоже, только вышла уже, села в машину. Квартиру за 1,5 миллиона рублей, которую будем через полгодика продавать за 2. Он в самом дальнем корпусе, с видом на лес. Обязательно ее покажем сейчас в этом ролике чуть позже. Друзья, в этом комплексе еще есть предложение за 1,5, за 1,6 миллиона, где вы можете купить квартиры с выгодой. То есть сейчас покупаете, грубо говоря, по 55, по 60 тысяч рублей, да, а продаете по, ну, минимум по 95. То есть это выгода порядка 30 тысяч рублей с квадратного метра. Я бы себе здесь приобрел квартиру, если бы у меня сейчас были свободные деньги, друзья. Но подумаем о том, чтобы с Антоном скинуться и приобрести здесь, может быть, складчину. Посмотрим, в общем, как будут складываться обстоятельства у нас. Давайте пройдем вовнутрь корпуса, покажем, как квартира выглядит изнутри, покажем квартиру с балконом и квартиру без балкона. Смотрите, друзья, вот так комплекс выглядит уже внутри. Такие небольшие лестничные марши, которые очень комфортны для того, чтобы подняться на третий этаж, например, да? На этаже всего 6 квартир, что создает, ну, в принципе, комфортные условия для проживания, никаких там 15-20 квартир и так далее. И вот так выглядят квартиры. В чем преимущество, друзья? Преимущество, конечно, то, что третий этаж, да? И как мы видим, он последний, и у нас не деревянное перекрытие, да, а именно монолитное. То есть люди, застройщики не экономят на этом. Монолит ровный весь, никаких ригелей, колонн и так далее. Все стены ровные, все ровно. Квартира правильной такой, можно сказать, формы, ну, для 22,5 квадратных метра, да, для 22,5 квадратных метров это нормально. Большое окно. По меркам Сочи это такая студия, комфортная для проживания, скажем так. Санузел размещается, здесь мокрая зона кухни, телевизор на стене здесь. Здесь спальное место, а здесь там шкаф, гардеробная, все, что хотите. Вид здесь будет, получается, на зеленую зону. Вот здесь зеленая зона. Как мы видим, сейчас, кстати, ведутся активные ремонтные работы. Не ремонтные, правильно сказать, строительные. Активные строительные работы по возведению опорной стены. Опорная стена там идет вот чуть поближе к дому, а здесь она будет переходить сюда чуть подальше. То есть вот где как раз колышки стоят, вот колышек. Здесь порядка, ну сколько, метров, наверное, 10-12 до опорной стены будет. И опорная стена будет не вот такая, а всего лишь 1,60 м. То есть она достаточно невысокая. Ну а там дальше, вот сейчас есть вариант приобрести такие же квартиры, такой же площади, по такой же цене, чуть дальше получается. Вот, и там будет вид на лес. Мне даже этот вариант больше нравится. Объясню почему. То есть я лично люблю тишину, люблю, когда вокруг зелень. Это приятно глазу, ну, приятно глаз радует, да, постоянно. И... ну, более комфортным проживанием. Если кому интересно, звоните, пишите. Такие квартиры еще остались. Вот мы сейчас с клиентами эту забираем квартиру. Физически это не вот эта квартира, это такая же планировка, только в конце, да, где лес. Но такие квартиры еще остались. На втором этаже, на первом этаже. Примерно в таком ценовом сегменте. 1,5 миллиона, 1,6 миллиона. Есть квартиры чуть подороже. Они с балконами уже там, да, 1,7 миллиона стоят. Там тоже рост цены будет такой хороший, существенный. На выходе, как я уже говорил, цена здесь будет порядка 100 тысяч рублей за квадратный метр. Есть вот такие квартиры с таким панорамным блоком. То есть это получается окно и дверь, выход на балкон. Вот такой балкончик. Ну и вот сама территория. Такие квартиры тоже остались. Их тоже можно рассматривать для инвестиций, для себя. У кого ограниченный бюджет, ребята, кому нужна площадь в Сочи, на ровном месте, рядом с остановкой, с магнитом, рассматривайте. Ну что, друзья, на данный момент мы забронировали 2 квартиры в ЖК на Фабрициуса с Екатериной, с Артемом, с нашими клиентами. Кстати, кто не видел в моем кадре Антона Михайлова, это Антон Михайлов. Также подписывайтесь на его канал, здесь ссылочка где-то будет в описании, тоже интересно вещает о недвижимости, он меня, кстати, многому и научил. Смотрите. Вот ЖК на Фабрициуса, посмотрели ролик, друзья, как пример краткой такой краткосрочной инвестиции. Люди купили сейчас квартиру в корпусе, ну, в литере 1, и уже в начале года выйдут из нее. Ну, сколько это месяцев? Это октябрь, ноябрь, декабрь, январь, ну, максимум там февраль, то есть вот 5 месяцев, вот такая инвестиция, где прибыльность будет достигать, ну, где-то 30-40%. Это хорошие деньги, друзья. Вот, и вложили 1,5 миллиона, получили там 2 на выходе.
На самом деле сейчас с полтора миллионами мало где можно вложиться. Да. Вот. В центральном районе так вообще, по-моему, нигде. Вообще нигде. Ну, в Адлере можно что-то там найти. Поэтому, собственно, Фабрициуса вот можно с этим бюджетом рассматривать. Ну, как вариант, ребят. Поэтому у кого остались какие вопросы по документации, по всем остальным вопросам, да, как бы заключаются договора, звоните, пишите, ответим на все вопросы мне, Антону Михайлову. Также вышлем актуальные шахматы, что там можно купить за 1,5 миллиона. На этом с вами прощаемся. С вами был Пай Мороз, Антон Михайлов. Всем хорошего дня, здоровья, живите богато. Всем пока.